Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ». Программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Кубка России, Чемпионата России. И уже в ближайшие часы, соответственно, и дни нас ждут матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы. И там тоже принимают участие наши команды. Поговорим об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами. А также Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну что ж, я вас поздравляю. Поздравляю. Внутренний чемпионат России подошел к концу. Было сыграно 17 туров. Лига чемпионов, Лига Европы тоже уже на этой неделе заканчивается. И мы будем скоро прощаться, по крайней мере, на зимний период. Будем прощаться с футболом, по крайней мере, российским так уж точно. Но пока этого не произошло, давайте поговорим о тех событиях, которые все-таки случились в мире футбола, в мире российского футбола. Состоялись матчи 1/4 финала Кубка России. И давайте вспомним, какие результаты были зафиксированы. Итак, Оренбург-Арсенал 2-4, Локомотив-Рубин 1-0, Краснодар-Ростов. Жаркие южные матчи и по месту проведения, и по самому матчу. Ну и Спартак-Урал 1-1. Я думаю, что на всякий случай напомню и нашим телезрителям, да и сами вспомним, что с этого года, с 1/4 финала, да, у нас проводятся два матча на выезде и дома. Давайте поговорим. У нас Кирилл, Спартак, Урал. Спартак вел 1-0. Потом, известная болезнь, она, по-моему, сейчас у многих клубов, в том числе и у Спартака, у ЦСКА. Второй тайм не получился, на мой взгляд, у Спартака. Упущенная возможность теперь ехать в Екатеринбург 23 февраля. Да, вспомните, кто забил у Урала. Что-то уже забыл после матча с Анжей. Да, если не ошибаюсь, ответные в феврале играют. 23 да? февраля. Ну, не скоро, грубо говоря. Ну да. Что-то говорить про следующий матч тяжело. И какая будет команда, в какой форме будет Урал. Многое может поменяться. Сложно что-то говорить. Результат, понятное дело, что выгодный для Урала. Вот мы их, кстати, измотали, потом с ним «Динамо» играл, да? Хорошо так потрепали. Зацепочка. Да, хорошо мы их потрепали, они нас тоже хорошо потрепали. Не знаю, Олег. Просто сейчас бытует мнение, что у «Спартака» достаточно хорошая сетка, да? Они выходят на пару «Оренбург-Арсенал» в полуфинале, да? Ну и одно финал, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Рубин». В общем-то, все команды из первой, я даже скажу, не восьмерки, а семерки внутреннего чемпионата. Ну, «Спартак» не выиграл кубок, получается, сейчас дольше, чем чемпионат. Да. Тоже. Вот. Так что сетка, я считаю, также удачная и для «Оренбурга», и для «Урала», и для... Кто там еще третий? «Арсенал», «Локомотив», вот, «Рубин», да. «Краснодар», нет, «Ростов». Я имею в виду, который из вашей сетки, в стороне, да. Да, «Спартака». Так что все считают, что сетка у них удачная. Я думаю, «Спартак» только недавно поднялся. Ну, собственно говоря, мы были с Оренбургом соседями, вот, только недавно от них поднялись. Так что матчи равные и упорные. Ну. Вряд ли матч перенесут, но то, что в феврале в Екатеринбурге будут не Сочи, это очевидно. Скорее всего, да. Кстати говоря, давайте вот немножко обсудим. Жень, 23 февраля. Прекрасно. Будут играть в Екатеринбурге. Ну ладно, в Ростове, скорее всего, но они тоже не подарок. Через год ответные матчи сделают. Да, да, тоже согласен. В Казани, я вам скажу, в Казани в феврале Олег, тоже нет, будет. Олег, я просто говорю, как? Что вот, когда начинаем говорить о зимних месяцах, то у нас, скажем так, уже декабрь давно стал не зимним месяцем, а, наверное, все-таки осенним. Да? Ну, то есть, между по смещению... По смещению, да. Ты посмотри, у нас самый снежный и самый холодный месяц – это февраль. Ну, да. Почему, да, мы говорим, когда вот европейский календарь создается, последние игры играют где? В Европе, там, где тепло. А мы специально свой футбол разгоняем в такие рамки, когда играть просто невозможно и вообще против футбола.
против... Можно проводить эти февральские матчи где-нибудь... В Сочи. В Сочи, в других странах даже можно. Есть же финал, мы вспомним, в Испании, да, проводился где-то там в Японии. Да, 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 абсолютно суперкубки, согласен. Да. Суперкубки уже у всех европейских стран проводятся за рубежом почему-то. Как коммерческий. Ну вот сейчас вот был недавно суперкубок. Матч, да. Спартак и Урал вообще в Буэнос-Айресе, например. Вот и его, даже, мне кажется, болельщик. Такой ответ, ответ Кубку Либертадорес. Ты представляешь, да. Ты представляешь, какой, откладывают. Ты представляешь, какой наплыв будет болельщиков, чтобы посмотреть российские команды. Есть болельщики Спартака. Они есть везде. Да, ну вот смотрите, какая история. Да, понятно, что Локомотив и Спартак брали Кубки России. ЦСКА является лидером по этому показателю. Вот на ваш взгляд, кому все-таки было бы, ну я такой вопрос, не знаю, риторический, наверное, в большей степени, кому все-таки выгоднее все-таки взять Кубок России? Спартаку. Объясни почему. Давно не брали. Давно не брали, просто хочется. Потому что давно не брали, да. Хочется очередной чемпионами трофей. Чемпионами были, вот, надо да. Кубок взять. Так, просто они сразу, видишь, он сдается, что не может взять чемпионат, да, России, хоть на Кубок, они согласны. Ну, да. Все может быть, и я. Ну что, очевидно, что для Спартака это какой-то самый зримый способ какой-то трофей завоевать в этом сезоне. Поэтому Спартак главный фаворит Кубка по-любому. Вот смотрите, Краснодар, как мне лично кажется, скорее всего, по той игре, которую он показывал в этом году... Нацелен на чемпионат, ты хочешь сказать? Нацелен на чемпионат — это раз. Но и, скорее всего, по итогам этого чемпионата он попадет в Лигу чемпионов. Угу. То есть получается в этом сезоне... У нас три команды или две? Вот. Но ты не забывай, что Краснодару команды. Еще играть в Европе. Возможно. Так. Да точно. Ну и... нет, я поэтому говорю, зачем еще Кубок России? У меня есть ответ на то. Нет, вот просто я в том плане, что и финалист, или сейчас уже больше нет этого, что финалист играет в Лиге Европы, или просто опускается место до шестого? Опускается, да. Не, у нас шесть команд будет в Европе, то есть седьмое место... получится, если команда обладатель Кубка и так в Европе будет играть, то седьмое место получит квоту в Европе. Не может быть такого. Да, на шесть команд выходит. Шесть команд, а три Европы и три Кубок. Шесть из чемпионата, три в Лиге чемпионов, три в Лиге Европы, одна через Кубок. Нет, не может быть. Нет, я, честно говоря, всего. Нет. Шесть всего. Шесть. Получается, первое, второе, третье попадают в Лигу чемпионов, четвертый, пятый попадают в Лигу Европы, и обладатель Кубка попадает в Лигу Европы. Попадает сразу в групповой. Да. Сразу в групповой, совершенно верно. Пока таблицы так рисуют симпатично, вот кластерами по три команды. Да? О чем же свидетельствует вот, по окрашиванию шестого места смотреть. Включительно? Нет, Олег, вот мне, честно говоря, у нас шесть команд в Еврокубках, никак ведь не семь. Нет, шесть, конечно, шесть. Шестое место. Мне кажется, что кто вышел сейчас, это 1/4, да? Да. В 1/4. Те и хотят взять Кубок. Ну, я в том плане, что, вот может быть, предпочтительнее нам было бы видеть они же не вышли Локомотив для того, какой-нибудь, чтобы да? Потому что, ну, в Лиге... Хотя, с другой стороны, ну, может смотри, и через чемпионат подняться все бились, все в Лигу Европы. Все не, ну, команды, которые сейчас заиграны еще и в Еврокубках, и в чемпионате имеют, для них, конечно, Кубок будет на третьем месте. Ну да. А взгляд, вопрос можно? Да, конечно. А как вам кажется, вообще Кубок не убивает ли это вот эти спаренные матчи, введенные в этом году? По-моему, во всей Европе играют. Не, в Европе понятно, нет, у нас так Кубок нравится, еле жив был. Мне нравится, как в Англии. Там жеребьевка решает раз. Там даже может попасть команда из 4-го дивизиона с 4-м дивизионом из премьер-лиги в премьер-лиге. Раз. Второе, у них... Второй матч только, если первые сыграли в ничью. Ничью. Да. Ну, в этом большая да. логика есть. Да, да, да. да. Смысл да. какой? Согласен. Да. И команде, которая действительно автобус выставляет, она может дома что-то сделать. Да, так допустим. И происходит. Да. Согласен полностью. Ну что ж, поговорили о Кубке. Давайте, у нас еще есть очень много матчей, которые тоже хотелось бы обсудить. Естественно, это крайний, по крайней мере, в этом году, 17-й тур чемпионата России. И давайте еще раз вспомним, какие результаты после финального свистка были у нас зафиксированы. Итак, Ахмат-Арсенал. Арсенал проиграл да, в Грозном. Зенит, Рубин у себя дома. Зенит проиграл Рубину 1-2. Краснодар, Уфа. Краснодар нанес какое-то рекордное количество ударов по воротам. Там чуть ли не, по-моему, около 30, но так победить и не смог. Динамо, Урал 4-0. Впервые в этом сезоне Динамо забивает столько мячей и немножко поправляет свою турнирную ситуацию. Анжи Спартак, на мой взгляд, абсолютно без шансов. Спартак достаточно
ну, спокойно, можно так сказать, выиграл на классе. Локомотив Оренбург, а Локомотив вот уж, на зубах уж абсолютно точно у Оренбурга взял 3 очка. ЦСКА и Енисей, примерно такой же матч, счет одинаковый, заставил поволноваться всех болельщиков красно-синих. Ну и крылья Советов Ростов 1-0, наверное, самый огненный, самый... Да, боевой такой. Да, самый боевой матч, 3 красные карточки, тренера удалили. В общем, чего только не было. Давайте начнем с матча «Динамо-Урал», потому что 4 мяча, как я уже сказал чуть раньше, 4 мяча «Динамо» еще никогда не забивало. Ну, в этом сезоне, естественно. В каждом сезоне забиваем. В этом сезоне, естественно. Сереж, ну, наконец-то прорвало. Я слушал интервью Хохлова, он сказал, ну, вот... Должно прорвать. Да, должно было прорвать, и вот сегодня именно такое так и случилось. А «Урал» далеко не подарок. Не подарок «Урал», да. Ну, может быть, с Кириллом соглашусь. Может быть, после матча на Кубок со «Спартаком» Урал немножко не хватило физических каких-то возможностей у него. Плюс Парфенов сказал на пресс-конференции, что действительно, хотя он не согласился, что не хватило, он сказал, что слишком рано поверили, что вот заканчивается чемпионат, что у людей были уже в мозгах отпуска, пляжи там, все и такое. Что... Ну, это каждый год да, мы говорим об он, этом. Он так конечно. Говорит, но в принципе не сказать, что Урал в первом тайме-то играл на равных с «Динамо». Ну, «Динамо» сумели забить 2 мяча. Вот, а какие красивые, красивые да, мячи. Мячи все, да, с игры все красивые мячики. А ну согласись, а может быть или не согласись. Еще плюс, знаешь, какой плюс, сейчас я немножко, Олег, ты продолжишь. Еще плюс какой, потому что перед матчем и болельщики просили, и, я думаю, и игроки тоже, потому что этот матч был решающий, как мы говорили, для Хохлова. То есть, если бы Хохлов там неудачно сыграл ничью, либо проиграл, то его место тренера, конечно, я думаю, стул под ним зашатался. Да, да. Могли бы в межсезонье поменять. Вот. И поэтому игроки, видно, не хотят этого, и болельщики не хотят. И они просили игроков, бейтесь за Хохлова, давайте, говорят. Это одна история. А вторая история, я хотел спросить. Скажи, пожалуйста, не думаешь ли ты, что, как правило, красивые мячи, когда залетают, то это в большей степени какая-то, ну, может быть, случайность или удача, фортуна. То есть все 4 мяча, ну, которые не получалось забивать раньше, да, мы помним, что «Динамо» ну, были, была да, серия, моменты, там, ну, 3 матча забить. Вспомни мимо, Санжи, там, обстучали все, и ничего, с Енисеем. А тут прям вот, ну, залетало все, как в матче «Португалия-Россия». Нет, просто случаются такие матчи, понимаешь, ты же тоже самое играл в футбол. То есть бывает залетает, бывает не залетает. Это действительно, футбол стоит из случайностей. Там где-то судья ошибся, где-то еще что-то. Отскок, да, да не, то есть... не в ту сторону пошел. Да, ну те же от штанги, пожалуйста. Нет, ну, сантиметр правее. Нет, давай, ты вспомни Луценко. Луценко как сыграл отлично, как он убрал 2 защитников на противоходе. То есть, в принципе, Жарзини прекрасный матч провел. Ну, да. То есть, в принципе... И опять же, смотри, остался на лавке кто? Остался Панченко. Как динамовцы говорили, конечно, Панченко тормозит атаки, и поэтому Хохлов наконец-то понял это. Вот уже но уже не первый матч. Да, какой матч не ставит. И «Динамо», в принципе, смотри, и Жарзини разыгрался, стал это, распасовщиком. И Луценко чувствует себя это, легче в атаке без Панченко. Немножко связывал он. Тем более, он видишь, он брался пробивать и штрафные угловые. У него тоже не получалось. Это. И плюс, не давай не будем забывать, что Панченко, играя разыгрывающего, доходил до штрафной. Да. И просто бил поворотом. Да. И оставался... А для чего тогда нужен Луценко, который да, да. играет чистого нападающего, который, которому мячи должны переходить? Мало того, он оставался, Олег. Здесь даже Жарзини, я удивился, да. бразильцы, они не особенно возвращаются за оборону. А здесь Жарзини отыгрывал по всему фронту. Он играл и в атаке, он возвращался. А может, просто команда «Урал» настолько была слаба в этот день, что нет, ему удавалось возвращаться? Ну, Парфенов так не считает, тренер не считает. Он сказал, что мы... Понимаешь, что вот так случилось просто. Видишь, забили 2 мяча, а потом они вышли, открылись уже, раскрылись, игра открылась. И «Динамо» просто легче было играть, когда открылось. Может быть, вы помните, был такой резонансный случай в баскетболе, когда один из лучших игроков современности, Степ Карри, забивал хотя бы 1 треху в течение 300 матчей подряд. То, что снайпер, большой мастер. И вдруг в какой-то игре он промахнулся 15-3. Ни одно не забил, рекорд прервался. И все захихикали, говорили, что вот и все. Видимо, завершился Серег Карри. Он уже не такой быстрый, уже не так здорово для броска находит себе время.
И в следующем матче он кладет 13 из 15 трех и ставит рекорд за всю историю баскетбола. Столько трехочковых никто за один матч не забивал. День Динамо было. Это... Ну, я, да, ну, надо отдать должное. Закончу, да, уже. Давайте про Динамо заканчивать. А я закончу любимой статистикой. Хорошо. Последний матч провели на этом стадионе. Сказали спасибо огромное Химкам, что вот, был 10 лет практически родным стадионом. Угу. Вот, и вот переезжают уже. Кто теперь в Химках-то будет играть? Такой шикарный, шикарный стадион. Я целую статью почитал. Химки есть, но я не думаю, что их пустят. Они вроде на родине играют. Ну сколько приходит на Химки тоже? Надо же купать как-то. Ну, будет сборная, я думаю, сборная молодежь. В Химках. Химки на родине вроде. Молодежка будет играть, я думаю, еще что-то. Ну, посмотрим. Сереж, немножко статистики. Нет, ну стадионов у нас хороших больше, чем команд. В России это точно. Конечно. Смотри, статистики. Динамо за 17 туров 0 побед в гостях. Да, да. Это единственное, вот, да, которое вот. Ну а всего, ты, у тебя статистики нет, что у Динамо 5 поражений, так же, как у идущего на первом месте Зенита. Совершенно верно. Есть такое, что у Динамо 5 поражений. 5 поражений. Всего лишь, но. В принципе, Динамо, если давайте уже закончим на такой ноте статистической. Динамо при Хохлове, они провалили один матч практически в Краснодаре, когда играли с Краснодаром, проиграли 3-0. То есть ничего не получалось у них, и Краснодар доминировал. А в остальных матчах, ты понимаешь, вот как Женя правильно сказал, что бывает дело случая, вот, ну не повезло. Вот, допустим, 6 очков не добрали с Енисеем, Анжи дома играли, дома с аутсайдерами, и не взяли вообще никакие очки, понимаешь? То есть где бы сейчас Динамо находилось, не говоря о других матчах. Согласен, но есть еще одна статистическая выкладка. Давай. Что у Динамо 8 ничьих. Да. Больше только у Рубина. Рубин вообще чемпион. Сколько у нас, помните, сколько у нас тогда было? 11 ничьих, и потом очки уже за ничьи не присуждали. Я тебе объясню, почему. Хохлов уже говорил, когда принимал команду, я буду действовать от печки. Я сначала выстрою оборону, потом будет атака. Он говорил, в атаке, да, не получается. Но с обороной, слава богу, видишь. Ну что ж, будем смотреть. Будем смотреть. Итак, переходим к следующему матчу. Анжи-Спартак. 0-3. Игра была достаточно интересной, вот на мой взгляд. Несмотря на то, что Анжи является аутсайдером чемпионата, да, но последние матчи они немножко стали, как говорится, просыпаться. Говорят, там даже уже начали какие-то, пускай небольшие, но все-таки выплачивать уже вознаграждение. Кирилл, да. Или я ошибаюсь, что «Спартак» победил достаточно легко, просто на классе? А может, это и не так. Не, ну когда два пенальти дают в матче победить, конечно, проще. Собственно, Спартак и сделал. Ну, они по делу все были. Ну да, по делу. Удалили же у Анжи человека, да. Если бы в этой ситуации упускать победу, вот ни в какие ворота не лезет. Так что да, по сравнению с другими матчами, конечно, выдалась спокойная игра. 3-0, то есть 2-0 после двух пенальти удаляют игрока. Разумеется, надо выигрывать, что, собственно, мы и сделали. Очень радует, что стали забивать именно нападающие. Вот. И с игры. С пенальти. Ну, с игры в том числе. И с пенальти, и с игры. Завуч забил и так, и так. Угу. Вот то, что можно подводить итог какой-то кононовского периода, да, небольшого. Да, расскажи про конного. Да, ну, во-первых, он поверил в игру в двух форвардах. Он их всегда выпускает. То, что Каррера не считал возможным взаимодействие Завуча и Адриана. И, соответственно, из-за такой расстановки у Карреры выпадал Хани. Угу. Вот, в данный момент Хани становится лидером центра поля. Даже не Фертанс, который нас бил, а Хани, который раздает пасы. И центры, и все-таки левого, да, левого он часто играет. Да, и если нападающие, если мячи до них доходят, они забивают. Конечно. Достаточно квалифицированные форварды для нашего чемпионата. Спартаку, на мой взгляд, сейчас очень не хватает еще одного игрока в качестве подносчика снарядов. Им очень, вот если травм не будет, к сожалению, типа они будут. Анонидзе великолепный пас выдал на гол в матче с Анжи, когда вышел. Если он будет в порядке, то атакующая линия Спартака будет укомплектована для российских реалий, для российского футбола. Не для Еврокубков, конечно же. Вот. Ну и результат стал приходить, мы видим. Кононов результат стал приходить. Скандалы вокруг Спартака не утихли до сих пор. То, что это очередной... Там уже и жен
присоединяют к скандалу. Да. Да, сегодня опять как да. Шикарно. Возобновило, да. Да, там уже уголовное дело, да. Или там допросы у Глушакова. Да, но... мы говорим о Глушакове, сейчас как про бы не, говорить, не последовал. То да, еще Рауш за... обхаживает Спартак, тут динамовцы написали, что... Да, это много чего пишет. Пишет, что Адриано хочет уходить в аренду. Но тут очень быстро сработала пресс-служба. Адриано тут же дал комментарий о том, что он никуда не уходит. Это очень грамотно. Давай, опять-таки, немножко статистики. За 17 туров в домашних матчах только «Спартак» имеет 0 в графе победы, ничьи, поражения. Что это значит? В какой графе? А, я думал, господи, как же, вообще дома не играл. Что, хочешь сказать, что мы не побеждали? Побеждали. Ну, значит, ничьи. Конечно. Друзья мои, за 17 матчей «Спартак» ни разу не сыграл дома в ничью при своих болельщиках. Либо проигрывал, либо побеждал, но ничейных результатов... Ну, «Спартак» вообще мало ничьих. Да, ничейных результатов... Ну, и, конечно, вот очень важно. Вот я хочу вам поздравить, что 4-0, очень важно уходить на перерыв. Да. С такими победами, да, и «Спартаку» тоже. Это настраивает на какой-то лад. Вот команда подготовится с Кононовым, посмотрим, может, кого-то докупят. Но, тем не менее, «Динамо» пока мы будем обсуждать турнирную таблицу. Конкуренты дают возможность пока приблизиться. Пока только на одно место. И то, учитывая, что «Крылья» имеют на один матч меньше, чем ничего. «Динамо». Конечно, ничего. Идем дальше. Друзья мои, «Локомотив» Оренбург. Давайте вспомним тоже про этот матч. Потому что «Локомотив» уже буквально через несколько минут начнет свой последний матч в Лиге чемпионов. Почему последний? Ну, честно говоря, я пока не верю, да, в том, что «Локомотив» может в гостях чего-то в гостях обыграть Шальке. Совершенно верно. Ну и следующий матч тоже хотелось бы обсудить. ЦСКА. Енисей. ЦСКА достаточно спокойно начал этот матч. Забил быстро 2 мяча, имел преимущество. Но в итоге пропустил во втором тайме. И потом устроил головную боль, давление, мигрени и все остальные болезни своим болельщикам. Илья. Да, Олег, ты знаешь... Ну уж с Енисеем. Добивайте и отдыхайте. Ну, с армейцами случилась такая, знаешь, шахматная коллизия. Вот многие гроссмейстеры, оценивая партии свои, говорили о том, что часто случаются такие матчи, когда удается завладеть преимуществом и выиграть какую-то легкую фигуру или несколько пешек. И это говорит уже все о явном преимуществе, просто игре на победу. И дальше эти игроки пытаются достаточно засушить игру, пытаются просто, знаешь, как разменяться. Потому что Капабланка либо Твини как-то сказал, что у него на вопрос, а как вы выиграете матч, он сказал, да я просто выиграю пешку, а дальше размениваю все фигуры. Провожу ферзя и выигрываю матчи. Вот есть такое желание засушить игру, и с армейцами так произошло. Быстрые 2 мяча, полное тотальное преимущество. Надо было действительно добивать, как ты правильно сказал. Но опять армейцы решили... Синдром Слуцкого опять сработал. Нет, синдром какой-то такой уже полуотдыхной, пол как будто бы надо с Реалом еще играть, пол не получить травму, потому что холодно, можно любое падение, любое какое-то касание, любой стык может привести к серьезным... Мы и потеряли игрока одного, да. Да, тем более, да. Бекау. Да, Бекау сильно. Унесли, да, на носилках. Он но еще неизвестно, будет он завтра играть. Ну, вряд ли. Информация скорее всего, не вряд поступила. Ли. Нет, он поедет, конечно, в Мадрид, но вряд ли он. Он уже там. В Мадриде. Так что армейцы потеряли нить уже. Игры, а потом уже почти что не вернулись уже. И, ну, не ноги унесли, но, по крайней мере, отскочили. Достаточно серьезные проблемы. Ну, да, Енисей во втором тайме. Пенальти, конечно, такой интересный был. На пенальти, да, редко такой. В спину попал бы. А ты видел, как нет, все-таки мастерские игры видел, что это? Он перевернулся. Он прям так раз и... Это опыт. Это опыт, да, согласен. Согласен. Ну, доля везения, конечно. Смотрите, мы говорим о том, что ЦСКА, во-первых, играл дома. Да, при своих болельщиках. Но если я опять вспоминаю статистику, то можно сказать, что если мы берем турнирную таблицу дома и в гостях, то ЦСКА дома, да, если учитывать, занимает 8-е место, а в гостях 1-е. Да. 0 поражений. Мы играем в гостях лучше, чем дома. Нет, об этом даже говорил Гончаренко и говорит на пресс-конференции, что у нас получается играть более, может быть, раскрепощенно, играть в гостях. А ЦСКА весь второй тур, весеннюю часть, скажем так, да, со всеми командами первой пятерки играет только в гостях.
хорошо. Ну, я не знаю. Ну, да. Почему? Надо еще посмотреть. Какое вот воодушевление вот. Ваших словах, господин Ильич. Нет, ну что, я, чтобы воодушевить болельщиков ЦСКА, да. Я рад, что такой матч ей провели. Болельщик ЦСКА на своей шкуре почувствует, что чувствует болельщик ЦСКА. Что чувствует болельщик Спартака, да? Почувствуйте, почувствуйте, каково это. Вести 2-0. Мы с Евгением говорили, что команда Енисей, то и перед матчем с Динамо, и перед матчем с ЦСКА, вот что команда. А с кем Енисей зубастая. Играл на, перед этим? Не-не, команда зубастая. Она на самом деле мне тоже понравилась она. Ты знаешь, тем более они тоже красно-синего цвета, поэтому. Поэтому все, понравились. Все понравились. Понятно. Ну и хочется сказать, что Краснодар немножко, да, команда нам, я думаю, всем нравится, да, по игре, по какой-то стилистике, да, по быстрому, реактивному футболу, да. И, кстати говоря, если мы берем опять-таки турнирную таблицу, то Краснодар и в гостях, и в дома, и в общем чемпионате занимает второе место. Вот тоже один из интересных фактов. Ну что ж, давайте вспомним уже турнирную таблицу. Давайте. Зенит не будем, да, все-таки у нас лидер проиграл. Зенит, а мы о нем поговорим. Поговорим, а как же. Итак, Зенит, пожалуйста, лидер чемпионата. 34 очка, и Краснодар два всего лишь на одно очко. Мог бы быть на первом месте уйти, да, на зимний перерыв. ЦСКА 30 очков, и, ну, в общем-то, говорится, все рядом и абсолютно все возможно. Спартак и Локомотив набирают по 28 абсолютной борьбе. Ну и мне кажется, что Рубин, Ростов и Ахмат, они... Уже навряд ли у них будет вмешаться. Шанс вмешаться все-таки не, ну, в первую. Борьба за Еврокубки идет, ты посмотри, шестое место, ну, не ну, все-таки, ну, давайте не будем, ну, уж мечтать. Динамо тоже на 12-м. Нам 5 очков до шестого места. Ты каждый раз это говоришь. Даже после выигрыша 4-0, ты теперь опять говоришь, что... И 4 очка от вылета. Ничего страшного. Вот, 6-4, это все... да, одинаково. 6-4, да, и 4 очка до вылета. Что, 5? Ну, хорошо, 5. Друзья мои, «Зенит» на первом месте, да, я думаю, что те болельщики, которые нас регулярно смотрят, они знают, что я уже, наверное, после второго, третьего тура сказал, что «Зенит» чемпион, и уже навряд ли кто их догонит. Сколько там, по-моему, очков 9 была разница, да? 11. Нет, 11 не было. Распорт, по-моему, очков 9. Перед армейцами 11. Вот я сейчас да. статистику смотрю, ты да. тоже любишь статистику. В последних 5 матчах «Зенит» проиграл 3 матча, да. а выиграл 2. Вот не проиграли в последних 5 только «Краснодар» и «ЦСКА». Вот. А «Динамо», кстати, один матч проиграли только за последние 5 матчей. «Зенит» проиграл ЦСКА, «Зенит» да, проиграл «Рубину», и «Зенит» поэтому проиграл... Поэтому ЦСКА и «Краснодар» вот сделали рывок, а «Зенит» забуксовал, как ты говоришь. Вот забуксовал. Чемпионскому титулу. Мне кажется, «Зенит» всегда бодро начинает. И так а почему, вот... друзья мои? Ну, Олег, в чем проблема? Тренер? Знаешь, я верю в гений да? Бердыева перед этим. Бердыев, да. Это мы все я верим. Шляпу. Да, молодец. Я опять написал, же, что опять, верю опять такие же навесы, да? Когда все да. стоят. Да, да, один второй, в один, как «Динамо» забивали. Один в один, да. Там только мы себе забили, а да, здесь они забили. Да. То есть, ну, молодцы, все залезли в ворота. А опять. Да, да. А кто-нибудь заметил историю, когда нападающий... Помните матч, какой же это был матч-то? По-моему, Краснодар играл с Уфой, когда нападающий чуть ли не ложился под стенку. А, вот, был в Краснодаре. Это да. Краснодар-Уфа, да, был Иванову, матч? Иванову или как-то там зовут. Этот темнокожий нападающий да. Уфы ложился за стенкой. Да, ну, это известная хитрость, да. А, слушай, ну я, честно говоря, первый раз вижу в нашем не, чемпионате. Нет, это было, в нашем, да, за границей там вот. Да? Сейчас бьют под стенку. Да, под стенку. Да, да, видео да. Видео набери, там видно такие, да. Да, но в нашем чемпионате я удивился, он сначала. Что он там делает? Он ложится в зале там. Если они прыгают, то он остается внизу. Это все понятно. Да, но в нашем чемпионате. Они закрывают верх и низ. Да, для меня это было так ничего. Главное, чтобы они не прыгали на него. Да, да, да. Ну, вообще интересно, мне кажется, да. Интересная история. Так можно защитникам по девяткам положить, чтобы они. Да, как на турнике висели и из девяток мячи доставали. Не, ну раньше же были защитники, всегда закрывали штанги. Помните, да, вот как советские школы, да? Всегда защитники были на краях, что на штангах стояли. Поэтому говорю, что могут подвесить, действительно, чтобы в девятки не забивали. Бомбикич старый. Лис.
Да. Что-то придумывает. Из ничего собирает очки в чемпионате. Тоже, ну хорошо, а два игрока 18-летних выпустил. У него тоже проблемы с составом были. Там кто-то пропускал по травмам, азмун травма, кто-то там карточек перебил. Да, там практически там были дебюты. Да, дебюты были. Да. Ребята играли молодые. Но самое интересное, потом даже в обсуждениях многие говорили, что посмотрите, как они придерживались схемы. То есть они не отходили ни на йоту. Они знали, что играли с «Зенитом», с сильной командой. Угу. И смотри, как выполняли все тренерские рекомендации. То есть такой команда был матч, играла очень дисциплинированно. Мне напомнил это матч ЦСКА «Реал». Первый? Да, вот как ЦСКА выиграл 1-0, вот и матч «Зенита» с «Рубином». Тоже мне напомнил ЦСКА также дисциплинированно сыграли? Ну, также вот просто так сухо, держа, и практически «Зенит» нельзя сказать, чтобы много моментов создавал. Вот как-то просто получился матч у молодежи. Да? Слушайте, ну что с «Зенитом»? Мне уже это списывать его со счетов? Нет, Олег, ты знаешь, это немножко так это расхолаживает, может быть, даже команда некоторая. Мне кажется, все-таки в межсезонье Симак что-то знает. Он уж Симак будет немножко... А что знает? У Симака первый сезон главного тренера. Я понимаю, тренера. Нет, ну будут какие-то. Он, его тоже руководители, его боссы видят, что проблемы у «Зенита» в атаке. Там, без Зюба. Да. Без Зюба и они пойдут по своему любимому пути. У них сейчас идет... И единственное, накупать Халков, как мы говорили. Дюбине зависимость большая. И поэтому, я думаю, будут какие-то покупки, будут какой-то... Потому что Симак, Ахметова и Облякова надо купить. Как вариант. Почему бы? Кого-то купят, может быть, да, готовьтесь. Все-таки у «Зенита» ведь с самых первых туров говорили о том, что у «Зенит» не блещет какой-то разнообразной тактикой. Угу. Что, в общем, вся игра сводится к забросу на Дзюбу, ну, на мой взгляд. И дальше идут какие-то откидки, какие-то такие голы навальные, что ли. Такие грубые, я бы сказал. Такие без какой-то... Ну да, они выдвинули вперед Ерохина, они давят мощью. Да, а когда у Дзюбы не было, практически «Зенит», тут можно посмотреть, сколько очков набирал, когда Дзюба отсутствовал. Да, вот. Просто говорят о том, что, в общем-то, Симак как тренер пока не чемпионский. А потом видели тактику. Действительно, мяч выбивают или там защитник. Дзюба его там, да, либо перекидывают, либо там... Как сборный практически. Да, да. А в начале чемпионата все-таки, тем более, у Дзюбы был огромный кураж и такой хайп после чемпионата мира. У него все получалось именно на таком каче. Вот вы сами ответили. Смотри, Олег. Проблемы у Бердыева, да, но Бердыев, смотри, нашел, как решить проблемы. То есть, как опытный тренер, да, даже выпустив молодых игроков, команда не потеряла ничего. А Симак, ты видишь, потеряв Дзюбу, не смог как-то наладить. Да, я смотрю, просто такой ребят, авторитет Рубинь. Понимаешь, там молодежь, это как вот в хороших войсках, когда солдат боится своего старшину быстрее, чем так вот. Они Бердыева боятся больше, чем «Зенита». Потому что если шаг вправо, шаг влево, то будет серьезные последствия. Поэтому дисциплина у него такая армейская, лучше понимание этого слова. Здесь я, наверное, тоже поддержу, все-таки дадут слово, да? Все-таки смотри. Ты не просишь? Нет, просто нет, я просил, но вы не даете. Спасибо. Участие передачи. Ну, спасибо. Руку нет, ну, вот посмотри, многие команды у нас в чемпионате России, которые тебе набирали там 9 очков, 10 очков, которые уходили вперед, немножко потом расслаблялись. И ЦСКА в то же время, мы помним, да, когда 11 очков было, и разрыв был до 2 очков. То есть вот это вот, наверное, все-таки психология. То есть проиграем один матч, ладно, сыграем еще, потом второй, третий, начинает немножко вот этот сбой эти механизмы. Тем более, у Симака, вот, как вы сказали правильно, одна тактика была на Дзюбу навешивая и это. Сейчас, я думаю, после межсезонья поменяется. Хотя лепить-то, понимаешь, как скульптор. Есть еще там такой выбор игроков, скамейка бешеная. Сравнить, вот действительно, я помню, что на прошлом чемпионате, на прошлой передаче говорил, что у «Динамо» оставалось там два игрока на скамейке, когда менять было нечего. Да, да, да. Говорю, а здесь, типа, вот, пожалуйста, хочешь этого, хочешь... На одно место сколько у них там? По одному? Да по, даже по два, Геннадий по Сергеевич уже можно выпускать, да, и смело, пора, да, побеждать. Еще нет, но Геннадий Сергеевич точно. А ты про какого? А, я про Юрия Сергеевича. Про Рулу. Да ты можешь говорить, позвони. Я про Юрия Сергеевича. Да, совершенно верно. Ну что ж, друзья мои. Да, 17 туров закончены. У нас был длинный такой, насыщенный сезон. В следующий вторник мы как бы такую сделаем общую передачу, да, вспомним и чемпионат мира, вспомним и Лигу чемпионов, естественно, обсудим. Буквально через несколько минут начнется матч в Лиге чемпионов. Ну а кто играет, сейчас мы увидим на наших экранах. Соответственно, все играют в гостях, да, последний тур играют все в гостях. Итак, Шальке 0-4 в Германии «Локомотив» играет. И в Испании, в Мадриде ЦСКА играет
с Реалом. ЦСКА когда играет? ЦСКА завтра. В 9. Да. Без 5. Без 5. То же самое. Да, совершенно верно. Сереж, Локомотив имеет шанс выйти в Лигу Европы, только устроит его только победа. Нет, его не устроит победа. И если Галатасарай потеряет очки, который играет дома. Так, нет, шансы у Локомотива есть, хотя у него не будет играть этот... Миранчук? Нет, Югослав. Семен. В защите. Спаич? Нет, в обороне кто самый... Цементирует оборону. Чёрлука, да. Mm-hmm. Хорват, вернее, да, извиняюсь. Вот, а мы уже сербов перебрали. Братьев сербов. Нет, а у Гильзеркирхена, у них проблемы тоже большие. У них не осталось ни одного нападающего. Ну и хорошо. Да, у них все больные, либо дисквалифицированы. Им тоже играть некому. То есть, и... Они уже вышли, в принципе. Они же вышли. То есть такой мотивации, я думаю, у немцев не будет. И плюс у них проблемы какие-то. Но хотя они будут на своем поле играть, я думаю, что сдавать матч они не будут. Так что, кажется, все зависит от Локомотива. Это замечательная возможность для команд, для обоих команд сыграть свое удовольствие. Да, вот. Когда Шальке ничего не надо, а Локомотиву нечего терять. Да. Можно просто такой спектакль выдать шикарный. Ну что ж, уже совсем Фарфан скоро... Фарфан разобивался. Да, уже совсем скоро мы это увидим. Реал ЦСКА. Конечно, я сейчас могу сказать, что ЦСКА навяжет борьбу. ЦСКА навяжет свою игру. Ну, или, скорее всего, нет. Вот. Но в чем шанс у ЦСКА против Реала? Кроме самоотдачи, естественно, о которой говорят все тренеры мира. Знаешь, Олег, продолжая такие наши шахматные аналогии, я тут недавно прочитал интервью тренера Бетиса, еще одного королевского клуба Испании, который недавно прибил Барселону на Nou Camp 3-4. И вот этот тренер оказался большим поклонником шахмат и сказал, что многие идеи шахматной игры переносят на футбольное поле. В частности, он говорит, что один из самых главных принципов шахмат – контроль над центром поля. Конечно. Он и перенес в Бетис, который, несмотря на достаточно такой молодой и неизвестный никому состав, держит центр и проигрывает, выигрывает, играет очень интересный футбол. В этом смысле у ЦСКА достаточно хорошая позиция перед матчем, потому что Реал вполне вероятно может выступить или резервный состав, или полурезервный, скорее всего, так оно и будет. И у армейцев все-таки есть шанс зацепиться за центр поля, и при таком условии есть кому цепляться, скажу. Вот ты прямо его сразу сорвал. Бекау нет? Бекау не... Хорошо. Ну как, центр поля? Нет. Ну как он центральный занят? Какая разница? Нет, это центр. Ахметова нет, Обликова нет, Загоева нет. Ну, Бекаева. Рахимича нет. Нет, я все-таки думаю, если взять, был бы у нас Ахметов и Абель, я думаю, игра была намного была интереснее бы. ЦСКА в нападении. Вот действительно сейчас играет Абель. Абель это кто? Абель. Эрнандес. Эрнандес. А он каким образом тебе центр поля? Ну, вообще-то он под нападающим идет. Ну, вообще-то, да. Вообще-то то есть Бекау ты не берешь, а нападающего Эрнандеса ты берешь. Про нападение говорим. А защита начинается с чего? А мы говорим про центр поля. А что ж тогда будет-то, если никого не будет? Да. Ой. Кто в центре? Ну, да. Как-нибудь сыграем. Ну, что, Бигол, наверное, будет. Гончаренко. В центре. Хорошо. В общем, это будет насилие. Я думаю, что да. Скорее всего, да, мы все верим в наши российские команды. А вдруг? Но... Нет, не все. А вдруг? Нет, ну понятно, что Спартак не верит в ЦСКА. Это так ладно. Же, как и ЦСКА не верит в Спартак. А мы о Спартаке сейчас поговорим. Я не открыл. С лидером группы, ты ему тоже играете. Все-таки Реал в чемпионате Испании сейчас не феерит. Он не забивает много голов. Ну, они вроде немного очухались. Ну, очухались 1-0. Они сейчас лучше, чем были в первом матче с ЦСКА. Они сейчас получше. Но они отменяли тренера, поэтому очухались. Я сомневаюсь, что все звезды нации, Реал сейчас на таких слабых позициях в чемпионате Испании, вряд ли весь цвет нации выйдет умирать на поле. Ну, после Роналду, видишь, никак. У Роналду зависимость была, значит, у них. Ну, а любая команда, мне кажется, тоже будет видишь, Роналду зависеть. Сейчас он Роналду в Ювентус уже, по-моему, да, наколотил. Десяток точно. Ну, да. Пасы какие раздают там, посмотри. Согласен. Итак, Локомотив ЦСКА, это мое мнение, будут до начала чемпионата отдыхать и наслаждаться тренировочным процессом. Ну, это может быть и хорошо. Это может быть и хорошо, мы остановимся вот на одном турнире, и который можем еще и навязать борьбу за первое место. Хотя, скажи мне, что я буду говорить... Что значит навязать борьбу?
Как что навязать борьбу? 4 очка до лидера за 13 матчей отыгрывается. Василий Пупкин 2. Да. Навязал борьбу Майку Тайсону, схватив его за ноги, да, на ринге, блин. Ты как... Не, ну согласись. Если ЦСКА, не, я согласись с тобой, в начале чемпионата скажи мне, что я буду мечтать после 17-го тура, что мечтать мы можем стать можно. Первыми. Все бы смеялись. А ты слышал, даже меня... я бы сам смеялся над собой. Ну а мы-то как смеялись. Да. Когда а сейчас, понимаешь, мы максималисты. Мечтание, это Лига Европы. Влашич уйдет, скорее всего, да. Зимой. Да. У вас зимой сейчас не держится... Зимой не уйдет. Зимой Влашич не уйдет. У нас еще есть. У него аренда на год, он уйдет только летом. Да. И еще, может, даже там есть какие-то пункты, если я не ошибаюсь, может быть, даже есть продление еще на год. Нет, у Влашича нету. Есть. Есть, по-моему, пункт аренды. Есть, да, пункт о продлении аренды еще на год. Еще на год, да. Да, да, есть пункт, что можно. Ну, может быть, без права выкупа. Еще у нас сейчас один играет игрок, он сейчас тренируется с командой. Сейчас уже не помню его фамилии. Кучаев? Да не Кучаев. Малицкий нет. Нападающий. Нет, Малицкий до Кучаев. Нет. Нет, Малицкий нападающий, правильно сказал Илья. Да, он, сейчас его не могут дозаявить, потому что он был заявлен только 3 октября. Не заявлен, а просто сказал, понятно, что он будет. И говорят, что чудеса творит на тренировке. Ну что ж, посмотрим. А точно молодой или как Думбие? Нет, здесь молодой. Худой, худой. Они там смотрели в Африке. Давайте, да. Давайте перейдем, не так много времени Думбия остается. Говорил, Лига Европы. И вспомним, ну, какие Думбия, матчи вся песчанка нас... в песке, блин, после да, него. Да, жду впереди. Итак, Думбии. Вильяреал, Спартак, Севилья, Краснодар и Славия, Зенит. Друзья мои, Кирилл. Да, Вильяреал да. На первом месте. Ему ничего не надо, он никуда уже не скатится, он так и останется на ну первом да, месте. К тому же Спартаку большие проблемы. Надо побеждать по-любому. Чемпионате. Спартаку по-любому надо побеждать в чемпионате. В матче чемпионата. А здесь, мне кажется, будет ничья. Мне что-то кажется, что будет ничья. Такая, я так понимаю, что Спартак к этим не исправит свое турнирное положение, да, видимо. Но мне кажется, будет. Нет, я думаю, будет результативная ничья. Ну, я говорю, не нулевая. А, не нулевая, конечно. Да, конечно. Нет, то, что мы пропустим, это я в этом убежден. 2-1 выиграет Вильяреал. Нет, я думаю, все-таки мы 2-2 вот сделаем нет, на 2-1. Последних минутах удар Глушакова. Будет. Если суд выиграет. Вильяреал, они поменяли тренера. Какая-то дикую статистику я такую сегодня прочел. Как ее вынудили и где? Спартак 16 раз в Еврокубках играл с командами, которые поменял тренер, 16 раз проиграл. О, как! Вот. Я не знаю, как можно эту статистику сгенерировать. Это я тебе честно скажу. Я тебе сказал счет уже. Может быть, это какой-то наброс просто. Но где-то кто-то такую взял статистику. Ну, интересно. Так что Вильяреал у себя дома на 16-х местах идет. У них там выше крыши проблем в чемпионате. А в Кубке, как ты говоришь, они на предварительной стадии все решили. Ну да. Так что шанс есть. Все равно есть. Самый эфирный матч, я бы сказал, из всех матчей Лиги Европы. Да, да. Кстати говоря, почему-то показывают нам на федеральном канале матч Славия Зенит, который вообще не... А это говорит о том, что... Вообще ни, да, ни, да, ничего, да, ни о чем. Ничего не решает. Вообще вот даже ничего странно, не решает. Странно. Это не странно, как раз наоборот, самый коммерческий матч. А, ну в принципе, да. Ну если только в этом, но не для болельщика. Конечно, матчи Вильяреала, Спартака и Севильи, Краснодара, да, ну Краснодар а тоже практически обеспечил. А? Почему он самый коммерческий? Ну, потому что это самый интересный матч, который... Даже я бы смотрел бы, понимаешь, переживал за Вильяреал. Не, Вильяреал, Спартак, это самый интересный матч. А, поэтому его не показывают, ты говоришь. Да. А, и его, поэтому он уже наплатный. Да. Конечно. Понял, канал. Ну да, да. Все правильно. Да. Славии, Зениту тоже ничего не надо, они по-любому остаются на первом... На показывают всякие там... Это... Енисей. Совершенно верно. Ну что ж, друзья мои. Многое мы успели обсудить, но еще больше нам предстоит обсудить уже ближайший вторник, потому что действительно матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы состоятся, да? Ну и в следующий вторник мы постараемся такой сделать небольшой обзор всех тех футбольных событий, которые прошли в этом году, а это, естественно, центральное место занимает чемпионат мира, который состоялся в нашей стране. Благодарю вас и наших телезрителей. Всего доброго и... Болеем за своих. Пока. Болеем за Спартака. Всего доброго. Всего доброго.